Всем добрый день. Вернее, в Москве уже ближе к вечеру. Не хотел папа сегодня снимать. У нас за полчаса такое натворилось. Мы с Татошей вышли. Еще было солнышко. А потом мгновенно поменялась погода. И все запорошило снегом. Наверное, завтра к утру Москву заметет. Мы сегодня ведем свой репортаж с хоккейной площадки, но с мячом. Вчера мы вечером, вернее, сегодня поздно ночью ее обследовали. Она оказалась пригодной для гуляния. Поэтому мы взяли для пробы. Вот видите, это тоже пробует. Маленький теннисный мячик, с которого было благополучно раньше еще содрана кожа вот этим же Татошей. Поэтому мячик абсолютно лысый, а Татоша абсолютно лохматый. Ну, конечно, он не в шкуре мячика, а в своей собственной. И вот он сейчас играет. Теннисный мячик тяжело прокусить так, чтобы он сдулся. А вот футбольные мячики на нашем счету уже в огромном количестве. Татоша, пас. Пошел обследовать что-то. Обследовать пошел. В прошлый раз он пытался к подружке перемахнуть через забор. Но папа его удержал. А в этот раз, наверное, мы присматриваемся к тому, что у нас будет баскетбольный мячик, и мы будем уже забрасывать в корзинку. Кто там, Татоша? Кто там гуляет? Что твой нюх показывает? Что твой показывает нюх? Ну-ка. Немножко выглянуло солнышко. Свинцовые тучи уходят на юг Москвы. Поэтому там сегодня не будет жарко. Ну, а мы пока пристраиваемся. Перемахнуть через забор не получится, не получится. Папа даже не переживает. Вот так. Опять мы взяли со свой мячик и начали играть. Вот так. Ладно, прервемся. А то у папы руки-то не казенные. Все-таки имеют свойство замерзать. Да, Татоша? Ну-ка, мячик, нос. Татоша, игра. Всем пока, прервемся. У нас еще одно включение. Папа пытается заснять, как Татоша тщательно пережевывает мячик. Тщательно пережевывает. Тщательно пережевывает мячик Татоша. Ну-ка, покажи, как ты пережевываешь. Папа все приноровиться не может. Это то, что все его не может переживать. Ну, давай. Папа даже за мячик не переживает. Потому что он попался такой крепкий, что Татоша — это единственный мячик в его жизни, который оказался не по зубам. Не по его зубам. Вот. У нас тут на площадке включили искусственное освещение. Вот такие фонари. Поэтому снимать стало светлей и веселей. Ну, Татоша, давай на камеру сработай, как ты пережевываешь мячик. Ну, стесняется. Ладно. Хватит, наверное, папе заниматься ерундой. Надо выключаться. Всем пока. Хорошего настроения в воскресенье. Папа решил еще раз включиться и извиниться перед всеми телезрителями. И этот мячик оказался Татоше по зубам. Сразу после нашего предыдущего выключения произошел щелчок. И все. Сейчас от мячика полетят клочки.
по закоулочкам. Он уже почти разгрызан. И еще из последних сил пытается держать свою форму. Но эти коварные вот эти зубы, вот эти, вот эта морда, вон его пополам порвали. Сейчас еще добегают. Дурь последнюю выпустят из себя, из папы. И мы уже пойдем домой. Все, здесь, как говорится, ловить уже нечего. Ладно, еще раз. Всем хорошего вечера и прекрасного воскресенья. До завтра.